Тюмени проходит фестиваль продукции местных производителей «Покупай Тюменское». Жители региона могут продегустировать ассортимент в федеральных торговых сетях. С подробностями Мария Ремезова. Разнообразие сыров, колбас, молочной продукции, выпечки, а также напитков и мороженого. В федеральных торговых сетях Тюменской области Югры и Мала проходит фестиваль «Покупай Тюменское». Жители города могут продегустировать товары местных производителей. Для гостей организаторы создали удобный каталог. Мы будем раздавать на наших мероприятиях, и который будет также продублирован и выпущен на сайте «Покупай Тюменское». Вы его можете найти и скачать там. В каталоге представлены более 65 производителей. Переходя по QR-коду, вы можете попасть на сайт компании, либо на социальные сети. Также созвониться, отправить письмо, отправить свои пожелания и связаться с любым производителем. «Покупай Тюменское» – единый бренд продуктов питания, произведенных в регионе. С 2009 года участники предлагают вкусные и качественные продукты для жителей Тюменской области и не только. В этом году фестиваль проходит в 6 городах. С продукцией тюменских производителей покупатели давно знакомы, поэтому отдают предпочтение местным товарам. Яйцо, молоко, сметану, йогурты. Сыр произвел на меня положительное впечатление, очень хорошее. По составу я тоже смотрю, хороший состав, в меру молочный, самое главное для меня, и очень вкусный. Колбасу выбираю на пиццу, выбрала вот эту, ишимскую. География фестиваля «Покупай Тюменское» с каждым годом становится шире. Теперь, благодаря возможности обратной связи, продукция станет еще качественнее и вкуснее. Мария Ремезова, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.